Vai. Shut this up. Man, we're gonna be surprised if you make it to blah, the blah, 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 blah. No BS, just... Осетинским пацанам всем салам, всем привет, тренируйтесь. У меня очень много друзей там, в Осетии. Давайте. Ждешь, да? Я тоже жду, братишка, тоже жду. Ах, блёд, он засадил. Попустил, засадил. Помогите. Да, хабибти тортис. Покажи, как ты взял. It's a low one. Сейчас поиграем один матч. Покажи, хабиб. Я тебе больше покажи, я тебе покажи. Покажи, покажи, остался. Вот хабиб. Вот хабиб бьет в лицо. Передай привет фанатам с Казахстана. Большое салам алейкум всем Казахстан. Hey, ask, like, say hello from Казахстан. Давай, на Конор Макгрегор сказал, что если он выиграет 145 фунтов, он хочет подняться в 155. Что ты об этом думаешь? Мне нравится Конор Макгрегор, но если он поднимется в 155, я размажу его за 4 минуты, без всяких проблем. Это 800 человек в машине. Они по-любому останавливают. Привет пацанам из Атбасара. Занимайтесь спортом. Не пейте, не курите. Проводите время в залах. Они будут разыгрывать между собой мой пояс. При хорошем раскладе в следующем году я должен привезти иншаллах пояс домой в Дагестан. Боец почти готов. Готов покорить топовых бойцов UFC, лучшей бойцовской организации мира. Если боитесь здесь, просто вспомните, когда он тяжело было. И все пройдет нормально. Отлично. И просто оглянитесь вперед, кто вас везет. Стоктон, Калифорния. Нормально все. Нормально все, иншаллах. Вы же с нормальными пацанами тренируетесь. Не сливайте там. Ну да. Поиграть можно, но задние не кидайте. Давайте. Нормально. Полностью тренироваться. Делаю все, что я делал до травмы. Никаких проблем нету. А перелом у меня не 7, а 10 ребра был. Здесь в больнице сказали, что у меня перелом 7 ребра. А в Москве, когда обследовали, сказали, что 10 ребра. И так что в следующий раз я думаю, что я больше не обращусь в нашей больнице. Это точно. Не знаю, но ошиблись. Можно на одно ребро ошибаться, но на 2-3 ребра. Во-вторых, ну, буду тренироваться и... Знаю.